Здравствуйте, уважаемые подписчики, это канал Баумастер, и сегодня мы расскажем о еще одной нашей новинке. Это вот такие вот стабилизаторы октан, вот они телескопические, то есть имеют переменную длину. А сейчас я переключусь на более крупный вид, просто для того, чтобы их было хотя бы видно. Итак, что мы здесь видим? Мы видим карбоновую основную, да, вот, часть, скажем так, и сверху по ней ходит как амортизатор, собственно, декоративный. Вот так вот происходит перемена длины. Вот. Но, скорее всего, это просто будет удобно тем, у кого чехлы, да, потому что в такой длине лук со стабилизатором, одетым в чехол, как правило, не залазит. Вот, раньше приходилось откручивать, вот, сейчас можно просто его сложить, да, засунуть в чехол, а когда вытащили, легко и быстро раздвинуть. Так, а значит, у нас эти стабилизаторы есть в двух цветах, черный и камуфляж, отличаются только, собственно, вот расцветочкой. А здесь у нас soft touch и там, и там. Ну, такие очень приятные, симпатичные. Значит, далее, а стабилизаторы являются разборными, да, то есть вы можете подстроить их массу под свои предпочтения. В полной оснастке стабилизатор весит 167 грамм. Если его раздеть максимально, то 92 грамма. Далее, да, сколько весит груза, всякие разные. Значит, вот эта гофра, или как ее там правильно назвать, она пластиковая, не резиновая, она у нас весит 22 грамма. Да? А потом идет средний груз, он у нас весит 24,5 грамма. И конечный груз, он весит 27,5 грамм. Но это за счет вот ввинчивающихся элементов. Таким образом, играя всеми этими деталями, вы можете получить ту массу, которая будет для вас комфортна. Стабилизаторы поставляются вот в такой довольно красочной упаковке. Можно даже ее назвать подарочной. Вот, поэтому действительно как подарок можно использовать. Ну и теперь самое, наверное, главное, да, сколько стоит вся эта красота. Оба стабилизатора, что черный, что камуфляж, стоят 2500 рублей. Вот, это без учета 5% скидки наших подписчиков. Вот, то есть, ну, по-моему, цена очень-очень адекватная, ну, потому что раньше там за эти деньги можно было только стальные, ну, точнее, из алюминиевого сплава брать. Вот здесь же все-таки карбон, ну и, в принципе, внешний вид мне прям очень понравилось. Вот, если бы не мой витой, в принципе, я бы себе такой, наверное, взял. Вот такой небольшой обзорчик, да, поэтому... Кому понравилось, заходите, смотрите, покупайте. И до новых встреч!